Всем привет, с вами Зонг, а мы пока что покидаем уютнейшую станцию в секторе Twilight. Но мы сюда еще без сомнения вернемся. А сейчас вы видите, что было бы, если бы я играл с прежними настройками. Как видно, ничего не видно. Новый Вегас. В нем полно работы, как всегда. Начнем, пожалуй, с увеселения. Итак, мы видим, что нам предлагает работу Баронесса Онралд и Малкар. Ну, так как на текущем историческом периоде мы больше дружим с Малкаром, на него, пожалуй, и поработаем. I offer an extremely valuable possession of mine to whomever will fight for me in the frontier arena. My rival, Baroness Onrold, has insulted my name and my collection. For this, I intend to see her champions vanquished in sanctioned combat. I will grant you access to certain rare technologies if you successfully defend my name in this tournament. Как видите, если один астероидный барон назвал другого вонючкой, они могут не затевать войну, а как в старых добрых рыцарских временах устроить турнир до смерти. Нам, кстати, пока временно не понадобятся эти системы. Заодно посмотрите, как работает арена. Ведущий очень сильно орет. Huh, these battling barons bring quite a turnout.
Вот так. Довольно просто. It is a great day for my barony. Arnrold will think twice before challenging me again. Accept this prize as a token of my gratitude for your superb fighting. Основная награда в этой миссии не деньги, а новый модуль, который нам очень пригодится. Galspan unveils massive mining machine. Galspan frigate disappears. Galspan mining production exceeds expectations. О, кстати, не могу не пройти мимо этой новости. Элвис умер. Король мертв. А вот новость она. Ну а на сегодня это все. Всем пока.